Мы теперь с тобой так редко видимся, сынок. Когда ты снова приедешь к нам в Чаусы? Ну, хоть какой-нибудь адрес у тебя есть, а? Или адрес все время меняется, и мое письмо тебя не догонит? Адрес у меня как раз постоянный. Земля до востребования. Ну как, Лионелло, а? Еще одна такая посадка, и остаток своей жизни вы пролежите в гипсе. Захотелось поиграть с грозой? Да каким дьяволом смысл в центр города? Поцеловаться с Мадониной или снести макушку собора? Конрад! Августа! Вот так встреча. Да. Знакомьтесь, испанский летчик сеньор Агире. В прошлом году в Англии занял второе место. Кубок короля Георга просто выскользнул из его рук. Высокочтимый сеньор Лионелло, мой инструктор. Кажется, сегодня гордится своим учеником. Да, да. Особенно его идеальной посадкой. Держите, можете полюбоваться. Пожалуйста, еще один снимок на память. Пожалуйста. Так что ли? Угу. Улыбка. Снимок пришли. Хорошо. Готово? Прошу. До завтра. Каким ветром? В контракт с мистером Шмидтом. Перегоняю вот эти игрушки за Пиренеи. Ну вот видишь, обещает грозу. Быстрее в ангар! Не ожидал, я думал, ты у себя в Вене. Собираешься опять в гости к королю Георгу? В этом году кубок будут разыгрывать без меня. Как всегда, коммерция мешает авиации. Поужинаем? Нет, сегодня в опере бал «Маскарад».
А после театра, пожалуйста. Позже буду занят. Понимаешь, давно обещал навестить одну прелестную сеньору. Тут замешана женская честь и достоинство испанского офицера. Тебе могу признаться, я рад, что застрял здесь, в Милане. Не улетишь, утром звони. О, Конрад Гертнер, авиаинженер. Ну, good luck, friend. Arrivederci, amigo. Salve, giovanotti, che cosa fate? Сеньор, ваш аппарат. Извините, я должен проверить пленку. С каких пор в Чинизелло запрещено снимать? Новая инструкция. Подождите меня, пожалуйста, здесь. Добрый день. Сеньор Беллони у себя? Пожалуйста, он ждет вас. Благодарю. Простите за любопытство. А кто эта немка, с которой ваш шеф ходит в театр? Она тоже из Австрии. Студентка консерватории? Кажется. Сеньору Конраду Гертнеру. Места в шестом ряду, как всегда. Ваш шеф женат? Нет. Такой интересный, почти молодой мужчина и старый холостяк? Да. Всего хорошего, сеньора. Значит, это его невеста? Не знаю, правда. А красивая эта австриячка, правда, могла бы быть поменьше ростом. Я ее никогда не видела. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Se moda l'altipiano guarda il mare, moretta che sei schiava tra le schiave. Vedrai uno splendore d'antenare, e un tricolore sventolo aperto in faccetta nera, bella abissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando saremo vicino a te, noi ti daremo un'altra legge e un altro re. Давно ждешь, Тоскана? Как всегда, Джани. Надеюсь, ты уже свободна? Заедем в контору, оставлю шефу билеты. А ты куда-нибудь торопишься? Конечно. Нас ждут в клубе. По какому поводу? Праздничный ужин. Приедет сам Фариначчи. О, Фариначчи. Вот если бы Дуччи со своей красоткой Клареттой. Поехали. Подожди. Твои новые приятели знают, что я дочь слесаря завода Капрони? Знают, что фашисты избили моего отца во время демонстрации? И он умер от побоев. Или ты постеснялся им сказать? Чернорубашечники в белых манишках. Я не желаю их видеть. Когда мы обвенчаемся, твоя биография никого не будет интересовать. Она меня интересует. Джани, подожди! Джани! Джани, подожди! Джани! О, Санта-Мария! Джани! Подожди, Джани! Сеньор, ваш аппарат испорчен. Пленка засвечена. Вы бы научились проявлять. А вы снимать, сеньор. Прошу. Кто это? В руках этого сеньора все мое состояние. Вице-директор Миланского банка Санто Спирито. С внучкой? Женой. Она любит есть конфеты под музыку. Кто этот господин?
удивительно похож на императора Франца Иосифа. Но это ему положено даже по должности. Наш новый австрийский консул. Да, теперь все дело за графом. Вы имеете в виду предсмертную арию Ричарда Варвика? Если он чисто не возьмет верти Айдо, я умру вместе с ним. Послушайте. Заждались? Каждый раз, когда вы задерживаетесь на аэродроме, я волнуюсь. И напрасно. В воздухе я себя чувствую гораздо увереннее, чем на земле. Сеньор, как всегда, шутит. Чашечку кофе, сеньор? Благодарю, не надо. Вот вам еще три киноапостола для полного комплекта. Мари Шевалье, Витторио де Сика, Джеймс Стюарт. О, спасибо, сеньор. Хорошо, что у вас не ревнивый жених. Ну, вы плохо знаете Тоскану. Отправили телеграмму фирме «Нептун»? Да, сеньор. Не забыли, что срочно? Предупредила. Дайте мне последние счета на аккумуляторы. Сейчас. Пожалуйста. Благодарю вас. Хочу вам сказать, кассирша в театре очень интересовалась вашими личными делами. Все спрашивала, с кем это вы ходите в оперу. Нормальное женское любопытство. А письмо из Цюриха от вашего компаньона вместо двух дней шло две недели. Это тоже женское любопытство? Дуччи скоро перестанет доверять самому себе. Эврика. Да, сеньор. Цюрих. Алло. Сеньор Паганелло? Спасибо, хорошо. А вы были правы, это не солидный процент. Подсчитаем. Нас с вами приглашают в Берлин на скромный товарищеский ужин, юбилей фирмы «Нептун». Но это в наших интересах. Очень жаль. Что ж, тогда поеду один. Послезавтра или в четверг. Спасибо. Всего хорошего. Джанина? Закажите билет на сегодня. Ночной экспресс. На Берлин? До Парижа, через Ниццу. Хорошо. Погрейтесь, сеньорина Ингрид. Ветер холодный. Про такой ветер у нас в Милане говорят, свечи не задует, а в могилу уложит. А вам надо беречь свой голос. Вы очень любезны, сеньора Франческо. Не помешаю, если еще немного позанимаюсь? Пожалуйста. Мой нунце тугоухий, а мне веселее вязать. У Лукреции Бори ария звучит лучше. Mm.
Живу и работаю в предчувствии близкой военной грозы. В портах появилось много офицеров вермахта. В Испанию тайно перегоняют военные самолеты. Мне приходится много разъезжать, а прямые пути теперь не для меня. С конца года установлена слежка за всеми иностранцами, особенно за их поездками. А в начале марта я обнаружил эту слежку за собой. С каждым днем она становится все неотступнее. В этих условиях трудно встречаться со всеми, кто мне доверяет и помогает. Подвергать их опасности я не имею права. Жду ответа от старика. Не теряю равновесия духа. Остаюсь на посту. С ком привет, Матьен. Устроить нового человека, передать ему наследство. Для этого Тьену потребуется месяца 2-3. Срочно подберите замену. Слушаюсь, Павел Иванович. Когда связь с Этьеном? Он едет в Берлин кружным путем через Францию. На Лазурном берегу должен встретиться с Григри. Ты прав. Нельзя ждать, чтобы опасность обернулась бедой. Через 2-3 месяца жди замену. Ausweiskontrolle, Abteile nicht verlassen. Не удивляйся моему будущему молчанию. Уезжаю на Дальний Восток к Блюхеру, заместителем. Когда вернусь в центр из этой командировки, не знаю. Твой старик. Ihren Ausweis, bitte. Danke. Ausweiskontrolle. Ihren Ausweis, bitte. Ah, Mythologie. Öffnen Sie Koffer. Konrad Gärtner. Mein Kampf, Adolf Hitler. Nach Berlin? Ja. Angenehme Reise, Herr Gärtner, in die Hauptstadt des Dritten Reiches. Danke. Ausweiskontrolle. Abteil nicht verlassen. Bitte treten Sie in die Abteile. Я хочу поблагодарить глубоко уважаемого Вильгельма Тойберта за добрые пожелания. Господа, я прошу выслушать господина Кертнера, совладельца Международного бюро патентов и изобретений «Эврика», преданного друга нашей фирмы. Ваше превосходительство, высокочтимые дамы и господа. Беру на себя смелость напомнить, что когда древние боги поделили между собой сферы влияния, громовержец Юпитер взял на себя небо, Нептун – море, а Плутон получил подземное царство душ умерших. Земля же осталась в общем владении. Когда мы говорим о жизненном пространстве нашего Райха, то имеем в виду не только сушу, но и акваторию. Трезубец Нептуна – скипетр мира. А тем, кто осмелится мешать германскому судоходству, найдутся вакансии в подземном царстве умерших душ у Плутона. Таким безумцам полезно напомнить слова великого Фридриха Ницше. «Берегитесь плевать против ветра». Я и мои коллеги счастливы и впредь оказывать услуги нашему воскресшему флоту, чью энергию питают аккумуляторы фирмы «Нептун». Мы вернем немецкому морскому божеству грозный трезубец, похищенный у него в Версале. Цик! 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 Моя родная Австрия остается пока сухопутной страной. Но я верю, что Австрия скоро приобщится к великой морской державе. Österreich, kehrt ein! Anschluss! 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 Поднимаю бокал
За то, чтобы волны морей и океанов были послушны Нептуну арийского происхождения. Папа берет меня завтра с собой в советское посольство. Русские устраивают прием. По какому поводу? Приехала торговая делегация во главе с каким-то наркомом. О, значит, вы тоже будете представлять деловые круги. Да. Большевики стараются наладить с нами контакты. А вы не хотите составить мне компанию? Папа достанет билет для вас. Очень огорчен. Но завтра... я буду в пути. Вы обещали познакомить меня с господином Кертером. Я не забыл. Я могу ему доверять. Он давно знает, что в страны, где ветер дует не в нашу сторону, мы с вами продаем скорострельный картофель. Вы хотели сказать скороспелый? Да. Хочу представить вам Вильгельм Тойбер, генеральный директор центральной конторы ветряных двигателей. А я хочу поблагодарить нашего австрийского друга за великолепную речь. Для меня много значит оценка старейшего деятеля партии. Это в буквальном смысле слова «золотой значок». Он дает право на свидание с фюрером в любое время. Eine Nacht in Monte Carlo. Герта, танго, мой танец. Прошу. Прошу, извините. Не согласитесь ли наряду с поручениями Нептуна представлять и мою фирму на тех же условиях? Можете завтра прийти ко мне? С удовольствием, но завтра утром я уезжаю по делам Нептуна в Испанию. Ну, зачем же поездом? Люфтганза установил беспосадочные регулярные сообщения Штутгарт-Барселона. Теперь мы можем летать на курорты Испании без французских виз. Знаю, но достать билеты невозможно. Я позабочусь. Жду вас завтра днем. Приготовлю рекомендательное письмо на имя представителя нашей фирмы Хуана Гунца. Встретили представители деловых кругов. Еще кто-нибудь из выпускников Академии бросится с радостным воплем. Маневич, дружище, сколько лет, сколько зим. В самом деле, сколько? Тебе пора отвлекать от стрельбы в Виповке. Я пробую, Павел Иванович. Пока не получается. Должно получиться. Сколько дочки? 2 года. Да... она ведь сказал, командировка длительная. Да, она согласна. Длительная и опасная. Ты это понимаешь? Я понимаю. Может быть, еще раз обдумаешь, прежде чем... Я обдумал еще 7 лет назад. В 18-м, когда вступал в партию. Thank you.
сели на чужую скамейку. Разве здесь требуется плацкарта? Скамейка желтая, только для евреев. Откуда мне знать? Ночью все скамейки серые. Да, темно. С тех пор, как у нас отняли колонии, Берлин живет очень экономно. Вылетаю в Барселону. Принял предложение Тойберта. Ветряные двигатели для него только вывеска. Контора продает за границу оружие. В деловой переписке оружие называют скороспелым картофелем. Большие поставки идут в Австрию, Судетскую область Чехословакии, в Данциг, а в последнее время в Испанию. Покупатели пока неизвестны. Добрый день, Херр Гунц. Извините, что пригласил так рано, но в полдень в Барселоне уже плохо соображаешь. Прошу. Партай Геноса Кертнер, вы же не только специалист по патентам и лицензиям, доверенное лицо Тойберта. Могу с вами говорить откровенно? Заказов на картофель все больше, особенно после февральских выборов. Здесь относятся к правительству весьма... А двигатели лежат на складе, и покупателей все меньше. Двигатели я могу предложить моему компаньону в Сицилии. Буду вам очень признателен. Когда вы рассчитываете начать сбор картофеля? Недель через пять. Шесть. Самое большее восемь. Пронунсиаменто? Да. Военный переворот. Мы готовимся. Хавана. И все закупают в долг. Боюсь, как бы мой сейф. А тут еще доктор Геббельс попросил нас взять на содержание журнал фалангистов «Nuestra Revolución». Но этот расход Эврика может взять на себя. Имейте в виду большой убыток. Мы с вами, коммерсанты, не должны путать два понятия. Убыток и упущенная выгода. И это вопрос не столько коммерческий, сколько политический. Да неужели вы думаете, что я стал бы сейчас тратиться на рекламу моей Эврики в испанской печати? Выбрасывать такие деньги... Мой долг – поддерживать газеты и журналы, которые симпатизируют Райху. Какие газеты в Каталонии и Севилье нуждаются в нашей субсидии? Вам лучше посоветоваться с нашим консулом Дрегером. Хэр Дрегер, как вы относитесь к газете «Вангуардия»? Это самая крупная газета здесь, в Каталонии. Но после победы республиканцев на выборах у редактора испортился характер. Слишком много недружелюбных намеков в адрес Германии. И все более наглых болтают о терроре в Третьем Рахе. Типичная левая демагогия. Ну а как в Севилье? Это мои владения. Будете в Севилье, к вашим услугам. Добрый вечер, господа. Знакомьтесь. Наш гость Конрад Кертнер, австрийский коммерсант с рекомендацией Тойберта. Консул в Аликанте. Вильгельм Ганс Ахим Киндлер фон Кнобло. Извините. Райхсминистр прилетает в 9:20. Господа, прошу в зал. Пожалуйста. Посол Германии. Приехать из Мадрида только для того, чтобы еще раз посмотреть триумф воли? Thank you.
an! In uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland! Господин Гунц, кто это слева? Президент фирмы термометров Лопес Гомец, руководитель местной фаланги. Очень знакомое лицо. Седой. Ремон, консул Сан-Себастьян. Нет, этого я знаю. Тот впереди. Ага, Адольф Лангенхайм, консул из Титуана. А этот зачем приехал из Марокко? Не стая воронов слеталась. Наверное, рейхсминистр будет их инструктировать. Недель через 5-6, самое большее 8, военный переворот. Теперь я понимаю, почему здесь столько оптовых покупателей скороспелого картофеля. Боюсь, стопот этих сапог услышит не только Германия. Я узнал в Барселоне столько тревожного, что срочно вернулся в Италию. А здесь... Внезапно миролюбивый тон прессы, благодушие воскресной речи Муссолини, все это маскарад торопливой подготовки к войне. Скарбик сообщает, на военных заводах Турина установлена строгая секретность. Вводятся пропуска с фотографиями. Спокойно, спокойно, сеньор. Это же для документа. И смотрите не на меня, а вот сюда. Ну, пусть не отвернутся. Сеньоры, не смущайте его, сеньоры. Так, внимание. Так. Спокойно, спокойно. Прекрасно. До свидания, сеньора. До свидания. Добрый день, сеньора. Добрый день. Мои фотографии уже готовы. Сейчас узнаю. Пожалуйста, подождите минуточку. Стасик, передай Помпео. Скажите, могли бы вы переснять этот клавир? Зигмунд? Да? Посмотри, мы можем это переснять. Добрый день, сеньора. Добрый день. Прошу вас. Благодарю. Спасибо. Это мадригал. 18 век, редкое издание. Для вас, сеньора, конечно, сделаем. Когда? Зайдите к нам во вторник. Я уже беспокоилась. Прости, задержался на бирже. Скарбик передает, что на авиазаводы Мира Фиори и Капрони прибыли немецкие летчики и оружейники. Молодец, Зигмунд. Ловко познакомил меня с самим рейхсминистром. Неплохо. Мы не забыли про обещание прислать замену. Но сам понимаешь, как трудно подыскать человека, чтобы заменить тебя. Мобилизуй все свое терпение и спокойствие. Вы как хороший музыкант читаете с листа. Тебе надо сменить волну травиаты, время и код. Вести передачи из одного места нельзя. Гестапо прислало итальянцам автомобили с пеленгаторами. Теперь тебе чаще придется менять своих хозяев. Меня вызывала Лозанна. Фридрих слушал вчера Испанию. Какая-то радио неразбериха.
Бургосе на полсловия прервали передачу. В Сеуте много раз повторяли одну и ту же фразу. Sobre toda España el cielo despegado. От всей Испании безоблачное небо. Sobre toda España el cielo despejado. Über ganz Spanien ein wolkenloser Himmel. Il n'y a pas un nuage sur le ciel d'Espagne. Su tutta la Spagna il cielo limpido e sereno. Над całym Hiszpanią jest bezchmurne niebo. Военно-фашистский мятеж в Испании. Специальный корреспондент «Правды» Михаил Кольцов сообщает. Вчера войскам мятежников во второй половине дня удалось ворваться в город Талаверу. Идут уличные бои. Правительство посылает в Талаверу подкрепление. Вы меня вызывали, Павел Иванович? Из Гибралтара передают, что... Проходите, полковник. Я с огорчением узнал, что за время моего отсутствия вы не послали замену Этьену. За 10 лет работы от него не было ни одного тревожного сигнала. Но если он забил тревогу? Ведь был приказ. Сколько в вашем месяце оказалось дней, полковник? 100? 200? Пока подбирали, Павел Иванович. 7 раз надо было примерить. 7 раз. Вы вот 7 раз примерьте на себя чужую опасность, чужой риск. Это не 7 раз обмакнуть перо в чернила. Сейчас кандидатура подобрана. Но пройдет еще месяц, прежде чем... Надо ускорить. И потрудитесь сообщить мне в Испанию, что приказ выполнен. Передайте Этьену, в случае необходимости, пусть немедленно уезжает в Швейцарию. Слушаюсь. Да. Вызовите ко мне Мамсурова и Цветкова. Слушаюсь. Разрешите войти? Входите, входите. Выйдем вместе 9-го. Недельку придется погулять по Парижу. Приказ есть приказ. Погуляем. А оттуда нас перебросят в Барселону. Форму оставите дома, все документы сдадите. А с тебя, Хаджи, и с тебя, Вася, причитается. Получили повышение. Подполковник республиканской армии Ксанти, капитан Базиль. Вы свободны. Au revoir, Павел Иванович. В смысле, пока. Пока. Buenas. Я очень рад, что ты меня приехал проводить. Не нравятся мне эти твои поездки в Испанию. Ну, что ж делать? Служба. Я же мастер по сборке. Ну, ничего. Еще 2 поездки, и Капрони не даст мне пенсию. Тогда мы с матерью купим маленький домик в горах. И будем ждать внуков. Посмотри, что я тебе купил. Ого.
Мадонна, наш Паскуале расщедрился. Твой отчим такой скупой, что один собирался ехать в свадебное путешествие. Ну, поехали. Вы все-таки вдвоем. Да, но третьим классом. Добрый день, сеньор. Добрый день, сеньор. Добрый день, сеньор. Знакомься, это наш новый сосед. Очень приятно. Очень приятно. Карл Спарелли. Очень приятно. Сеньор, я на одну минутку хотел просить у вас немножечко масла в долг. Вы забыли вернуть бутылочку к Янти, которую брали на прошлой неделе. О, я скоро разбогатею, верну вам и масло, и к Янти, и все, что у вас еще возьму в долг. Благодарю вас, получите сеньор. Наследство. Угу. Сеньорина, какое красивое платье. Подарок Паскуале. Право, сеньор, у вас отличный вкус. Пожалуйста. Благодарю вас, сеньор. Ну, разве так поют? Vicino mare, facciamo amore, ako. Я служу контролером в трамвайном парке, так что ваша семья смело может ездить без билета. Спасибо, сеньор Карло, но как раз на трамвайном Паскуале дает соль. Джанни! Добрый день, Тоскано! Можешь меня поздравить? Еду в Испанию. Буду командовать взводом суперардити. Джанни! Джанни, ты еще мною будешь гордиться, Джанни! Посмотрите на эту машину. Папашин подарок. Когда отец узнал, что я еду добровольно, он сразу раскошелился. Какая красавица, а? После Испании мы с Жаниной на этом автомобиле отправимся в свадебное путешествие прямо из церкви. Для такого путешествия нужно сначала еще вернуться оттуда. Мне очень дорого стоило, чтобы нашего короля называли еще и императором Абиссинии. Я заплатил за это жизнью двух своих сыновей. А теперь из-за какого-то франка может пострадать жених моей дочери. Я не хочу этого, не хочу. Так он же добровольно. Отец раскошелился, а меня ты спросил? Добровольцы забыли Иисуса Христа. Время распинать других, чтобы не быть распятым самому. А твои молитвы меня защитят. Я буду молиться за тебя и твоих головорезов. Угу. Не дождетесь. Убирайся вон, не желаю тебя видеть. Мода лартипьяно квардель маре. Морель прогесси скьяло, трали скьяло. Пьяно! 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 Sarai camicia nera pure te, faccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando saremo vicino a te, noi sfileremo innanzi al duce, innanzi a te. Дорогой старик, получил франкистскую визу и уезжаю в Испанию. Нас с вами будет разделять только линия фронта. В конце октября буду в Севилье.
неделю мы с вами отпразднуем победу. Святая Макарена войдет в Мадрид одной из первых. Покровительница Севильи. Я бы на вашем месте запечатлел это для истории. Какого века эта статуя? Кажется, первая половина 16-го. Какая строгость линий. Да, и сколько одухотворенности, божественной силы в этом прекрасном лике. Святая Макарена дарует жизнь, исцеляет немощных и несет победу добрым католикам. Какая толщина брони. И все-таки неуклюжая колымага. В этой Мадонне столько внутренней силы. Да. Пушка, три пулемета, огнемет. Я уверен, святая Макарена оправдает их надежды. С нашей помощью, конечно. Вы так увлеклись святой Мадонной, что совершенно не оценили нашей новинки. Вы о чем? О танке. Этот Райан-Металл, детище Рура, гордость вермахта. Из новинок меня интересуют только летающие. Интересы фирмы? Отчасти. Прежде всего, я авиатор. Защитники Мадрида. В этом интернациональном сброде есть и наши соотечественники. В Севилье? Только приехал. А как попал сюда, в Кристину? Консул Дрегер позаботился. Ну, а как ты живешь? Да так, как на вокзале, в зале ожидания. Хорошо, хоть в зале первого класса. Каким ветром тебя сюда? Коммерция не должна отставать от авиации. Жаль, тороплюсь. Вызывает генерал. А позже мне предстоит небольшое... По-видимому, дело касается мужской чести и достоинства офицера. Как ты догадался? Но вечером найдешь меня в казино. Кто этот господин? Австриец, Картнер. Сеньоры, вы слышали сегодня передачу «Последние часы Мадрида»? Гаудильо утвердил церемониал. Генерал Мола едет утром 7 ноября на белом коне через Сеговийский мост на площадь Пуэрто-дель-Соль и, не слезая с седла, скажет только два слова. Вы слышали, сеньоры? Только два! Я здесь! Вива Каудильо! Вива! Сапог, Рим, Берлин! Приз пошлет Иисус, наш король века, долгие годы побед Италии и нашему Дуче! Вива Дуче! Вива! Я пью за наших спасителей! Вива Франко! Вива! Простите, вы не будете возражать, если я посажу за ваш стол наших гостей, летчики из Луфганзы? Не возражаю. Благодарю вас. Thank you.
Позвольте, господа. Пожалуйста. Интересно, где были бы сейчас все эти гранды, если бы не мы? Мы? А при чем здесь вы, австрийцы? Немцы всюду немцы, если они настоящие. Только настоящие. Заодно... Не надо. Последнюю неделю 30 юнкерсов сели на табладе. Ну ладно, без опознавательных знаков. А гранды забыли, чьи это юнкерсы. А ты вовсе не пьян. Кто они? Гестапо? Абвер? Впрочем, какая разница, кто тебя схватит? Вот так красиво под музыку и закончится твоя коммерческая карьера, Гертнер. А зачем в Севилью пожаловали коммерсанты? Только для того, чтобы угостить вас, господа, самым дорогим мартелем. Браво. Вы помните, что сказал рейхсминистр Геринг на юбилее вашей Люфтганзы в прошлом году? Не помните? Жаль. Очень жаль. Быть гражданским летчиком – большая честь. Вы являетесь за границей отважными пионерами национального духа. Будете в Вене или в Милане, к вашим услугам. Это мы с рейхсминистром на параде в Вене. На прощание разрешите выпить за вашу беспокойную жизнь без опознавательных знаков. Благодарю вас. Коллега, мартель не пьют такими глотками. Пить надо, наслаждаясь букетом напитка. А так, как вы, пьют только русские. Желаю удачи, господа. Les jeux sont faits. Cadre noir, manque peur. Faites le jeu. Mesdames, messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Все, не будем больше испытывать судьбу. Благодарю. Успеешь. Нет, нет, долг чести. Я подожду. А ты пришел сюда вдвоем с сеньорой Фортуной. И у нее оказалось не одно, а два счастливых колеса. Да, воду приспособить эти колеса к моему мессеру. У этого подагрика при посадке подкашиваются ноги. Убирающийся шасси. По настроению. Вчера чуть не сел на брюх. Уже просил у Девы Марии прощения за все грехи. А мне еще очень хочется пожить на грешной земле. Серийная модель? Да нет, опытный экземпляр. Слушай, ты разбираешься в шасси. Приезжай в табладу, помоги. Ну, пока ты будешь хлопотать об пропуске. Обойдется без формальности, рекомендации консула Дрейгера. Все в порядке. Можете лететь. Спасибо, сеньор. Куда это они? На Мадрид. А сколько им лететь? Часа полтора лету. Можно снимать с костылей? Снимайте.
Я так близко от старика. Мой дорогой сеньор, главный военный советник. А может, вы сейчас в Барселоне или в Гренаде? Гренадская волость в Испании есть. Прошу меня извинить за опоздание. Свидание с одной сельянкой. Тут замешана женская честь и мужское самолюбие. Достоинство испанского офицера. Вот бы тебе такой. Наверное, 900 сил. Вся тысяча. Мистер Шмидт 109. Мне обещали такой. Вчера генерал за этим и вызывал. Ну, какой же диагноз? Запутались тросы. Но теперь твой подагрик крепко стоит на ногах. Отлично. Ну что, посмотрим больного в воздухе, доктор? Не возражаю. Анхель, парашют для сеньора. Нет парашюта для сеньора. Так. Обойдемся. А, бог родины и король. Прошу. Познакомься, мой австрийский друг. В нем счастливо соединились коммерция и авиация. Еще неизвестно, чего больше. Прошу, сеньор. Пойдем туда. Прошу, сеньор. Кресло для самых почетных гостей. В нем не раз сидели Санчес Мехиас и Гаэтана Ордоньес. Это наши знаменитые Торреро. Вот их автографы. Прошу. Высокая честь. А мне Бартоломео этого кресла не предлагал. Бутылочку, Карлоса. Может быть, сядем за тот столик? Сквозит. Прошу. Прошу, сеньоры, где вам будет удобно? Na gut, ich glaube, wir können gehen. Das Flugzeug muss gleich. А ее инженер Кертнер. Завидую тебе. Ты летаешь в Толедо. 10 минут лета до Мадрида. Но почему так срочно? Думаю, из-за русских. Слышь, что творится над Мадридом и днем, и ночью. Большие потери. Особенно дрочливые эти русские, Чатос. Мы с курносами не церемонимся. Слышали? Один красный заблудился. И сел вчера к нам, под Сеговией. Ну и что? Разрубили его на куски. Запечатали в ящик, привязали к парашюту и сбросили с письмом. Подарок командующему воздушными силами. Такая же участь ждет его и всех красных. Представляю, как они обрадовались этому подарку. А если бы ты сыграл такой ящик? Настоящий летчик и христианин до этого не унизится. А тебе мешает голубая кровь? Твой фамильный герб. На каких летают наши? На И-15-х? Чатес, курносые. Да, если посмотреть сбоку, похоже. Ваш люкс реквизировали. Там раненый генерал со своей свитой. Могу вам предложить каюту в первом классе. Разницу мы вам возвратим.
Вы видели, как грузили ящики из-под молотилок? Молотилки. Туда самолеты, обратно гробы. 16 штук в каждом. Ребята возвращаются домой в цинковых мундирах. А сколько их еще осталось там, под водорамой? Про этих хоть буду знать, где они закопаны. А мои мальчики погибли где-то в песках Абиссинии. На них даже и цинку-то не хватило. Ночью разгрузимся обратно. Даже дома не успеешь побывать. Я вас очень прошу, передайте от меня Джанине привет. После гибели моих мальчиков она мне теперь дочь. Над Мадридом появились русские самолеты. Наш Капрон выходит из моды. Сбивают. Патри в этом рейсе привезла новую модель. Мессершмитт 109. Вы ее видели? Собирали на том же аэродроме. Но немцы нас близко не подпускали. Модель серийная? Как будто нет. А техническая документация? Переводится в сейфе капитана. Может быть, Барантини удастся что-нибудь достать? Этот хвост. Ждали меня здесь, в Генуе. Выискивают связи или решили взять? Остановите у аптеки. Подождите меня за углом, а это вам, чтобы не беспокоились. Благодарю вас. Подожду. Пожалуйста, сеньор. Благодарю вас. Работать! Сеньор Валентини, мира! Мира!
идите. Капитан, вас требуют немцы. Что там еще случилось? Да там ящик сломали. Я скоро вернусь. Что желает, сеньор? Кофе. Кофе. Фу, ушел. Не нужно мне было останавливаться в отеле. Похоже, обо мне всех предупредили. Переночевать негде. Ерминия ждет меня завтра. Нет, я должен сегодня ее увидеть. Il gallo chichirichì, mezza suonato solo in piedi già. Mamma, mamma, la mezza volta, per chi prego di questo dì. А вы знаете, сеньора, почему в Италии такое засушливое лето? Потому что все итальянцы набрали в рот воды. Это граппа покрепче виски. За вас, сеньора. За вас. Эльвидем. Право. Спасибо. Эрминия, еще бутылочку. Эрминия, сегодня необычный день. У нас новый гость. И какой? Если бы он захотел, он мог быть не помощником капитана, а капитаном. И не на этой вонючей Патрии, а на Куин Элизабет. Он мог бы командовать всем итальянским флотом. Эрминия, ты слышала что-нибудь? Проверьте суда, пристани, Баронтини. Баронтини. Это его сын. Блудный сын. А он плюнул на все эти верфи. Почему? Потому что он настоящий человек. Ой. Да, если не он, то мы бы получили такую премию. Вы думаете, я не знаю, что в этих ящиках? Лучше бы послали Франку большой гроб. Эрминия, ради твоего знакомства с сеньором Баронтини. Все! Вот в такие минуты я жалею, что я не принял приглашение генерала Нобеля и не улетел с ним на Северный полюс. Очень нужен белым медведем такой лейтенант. Если бы я поддакивал фашистам, я давно был бы капитаном, и меня бы не уволили из армии. Я удивляюсь, как с таким длинным языком и с такими легкими мыслями ты дослужился до лейтенанта. Эрминия, ну хорошо, можешь разжаловать меня в рядовые, но жалься над гостями.
Добрый день, сеньора Факенси. Привезли мессинские апельсины. Пожалуйста, 3 кило. Может быть, хотите бананы? Нет, спасибо. А как здоровье дочери? Слава Мадонне, Лю. Пожалуйста. Благодарю, заходите. Что угодно, сеньор? Самый лучший виноград. Рекомендую. Слезы Мадонны. Более сочный виноград под небом Италии не рождался. А золотая самана у вас есть? К сожалению, нет. Заходите вечером после 6. Будет свежий товар. Благодарю вас, сеньора. А знаете, сеньор, почему она так ненавидит Франко? Мужа шахтера расстреляли в Астурии фашисты. Он до этого работал докером у нас в порту. Mm-hmm. А мальчонка застрял у бабушки-дедушки в Альмерии. Как же она его оставила? Привезла на лето. Кто знал, что кровавый карлик подымет мятеж, и мальчонка останется у него в заложниках. Она мне так и сказала. Пока Гарсия не вернется, не обвенчаемся. Смотрите, какой красавец. Сеньор, если будете в Альмерии, отыщите стариков Амансио. Привезите Гарсию. Хорошо. Я постараюсь. Спасибо. Эту. Пожалуйста. Отошлите в отель Верди 31. Хорошо, сеньор. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Это из 31 номера. Мне должны звонить из Милана. Если я опоздаю, попросите, чтобы позвонили ровно в 6. Не беспокойтесь. Не забуду. Хорошо, сеньор. 31 будет в 6. Еще 2 часа. Мне бы сейчас шляпу-невидимку. Avviene in Germania dai nostri amici. Vediamo chi mangia gli spaghetti più presto. Oh, qui però non si può fare a meno delle forbici. E il vincitore è felice. Tra Italia, Germania e Giappone è stato firmato il patto anti-Comintern. In data occasione, il fratello dell'imperatore nipponico, principe Cicibù, si è recato all'ambasciata germanica. Ottantamila abitanti di Tokyo hanno approvato la firma del patto, quindi il nemico numero uno del mondo intero, ossia il bolscevismo, sarà annientato. Un leader dei nazionalisti nipponici ha cantato Osanna ad Adolfo Hitler. Gare delle gambe lunghe. La vincitrice verrà coronata dal più lungo viaggio intorno al mondo. Siamo adesso in Baviera.
questi simpatici fanciulli si esibiscono in danze folcloristiche. Я напуган собственным страхом. Как ты надоел мне, Кертнер. Да? Из Милана? Нет, не звонили. Хорошо, сеньор. 31-й будет в 8. Джимми Коллинз. Записки американского летчика-испытателя. Я мертв. Завещание перед смертью. Сеньор, советую купить. Удивительный писатель. Предчувствовал и описал свою трагическую гибель. Благодарю вас, сеньор. Спокойной ночи, сеньор. Сеньор Эспозито, прошу вас пройти со мной в таможню. Да, но у меня скоро отходит корабль. Ничего, ничего, успеете. Тогда одну минуточку, я только оставлю чемодан. Чемодан вам нужен будет в таможне. Если вам тяжело, я помогу. Нет? Тогда прошу. Же отходит. Чего? Теперь вам некуда торопиться. Прошу. Добрый вечер. Как поживаете, Эрминия? А, сеньор Кертнер, как горох при дороге. Вы хорошо выглядите, сеньор Кертнер. Вам на пользу испанский климат, не то что мне. Мой мальчик до сих пор еще в Альмерии. Не знаю, когда я его теперь увижу. Ах. Господин мистер Шмидт потерял эти чертежи. А блудный сын нашел их в каюте капитана. Маурицио знает об этом. Откуда? Он меня сегодня вздумал знакомить с блудным сыном. У морды и только. Да вот. Я все считаю, сеньор Кертнер. Сбиваю со счета, опять считаю, пересчитываю. Солдаты, танки, пушки, самолеты. Опять солдаты. Знать бы только, что это арифметика на пользу. Маурицио, знаете, кому вы отдаете сведения? Пусть меня Иисус с Пресвятой Матерью лишат благословения, если я ему расскажу. А что он знает обо мне? Что вы дали деньги взаймы на покупку этой лавки, притом взяли божеский процент. О, это Маурицио. Вот что, Ерминия, некоторое время мы с вами встречаться не будем. Здесь новый адрес, по нему будете пересылать сведения. Шифры прежние. Хорошо. Спасибо вам за все. Ерминия, дорогая! Я вижу, ты уже загрузил свой трюм. Не выше ватерлинии. Патрия ушла на час раньше времени. О, нашел чем похвалиться. На час раньше отослал франкистам оружие. Ты, мой комитет по невмешательству, на час раньше, зато на сутки позже. Сеньор Кертнер любезно согласился отсрочить взнос в счет нашего долга. О, сеньор, я всегда знал, что вы благородный человек. Когда Эрминия согласится пойти со мной под ручку под венец, да, вы будете почетный гость у нас на свадьбе. По стаканчику граппы, сеньор. Благодарю. К сожалению, я очень спешу. Жаль. Меня ждут. До свидания. До свидания, сеньор Кертнер. И вовремя вернулся Маурицио. Не надо было с ним встречаться. Little lady.
Signore, compri degli orologi, sono tutti di marca. Quanti, forse questi, cartoline. Отель Верди, слушаю. Из 31-го? Я нахожусь в порту, уплываю в Рапало. Если мне будут звонить, скажите, что вернусь завтра вечером. Когда уходит пароход? Через 20 минут. Ингрид сможет все это передать Анке только в среду. Нет, я не могу ждать. Вы не довезете меня на дачный вокзал? А за чертой города двойная такса. Получите еще столько же за быструю езду. А, хорошо, сеньор. Вас требуется явиться на свидание с Кертнером и передать ему чертежи, которыми австриец интересуется. Я уже говорил вам, что Кертнер интересуется чертежами спортивных самолетов. Чертежи не являются секретными. Ну вот вы и передадите их австрийцу. Я отказываюсь от такого предложения. Так. Значит, вы не патриот Италии. Я патриот Италии, но я не считаю Кертнера врагом итальянского народа. Ну что ж, если вы не хотите позаботиться о своем будущем, может быть, вас обеспокоит будущее вашей дочери? Своим легкомысленным поведением вы привели за собой в тюрьму падчерицу. Да. Упрямая девчонка. Грубит на вопросах. Ну, конечно, вы не родной отец. С отчима спрос меньше. Но все-таки вы могли бы воспитать свое звереныша построже. И в большем уважении к нашему королю. И к дуче. Даже непонятно, как молодая и набожная итальянка может так непочтительно отзываться о короле, в котором ведь тоже есть божественное начало. О, поскольку она не хотела быть с нами искренней. Вот. Узнаете? А девичья кожа намного нежнее и тоньше вашей. Это же платье Джанины. Ну да. Кровь. Ну, когда речь идет о безопасности государства. Проводите его. Родной отец не стал бы подвергать мучениям свою дочь. А где папа? В лаборатории. А Помпео? Пошел в обед. Можешь войти, Анка.
Как выглядит Ингрид? Вместо нее приехал Кертнер. Сам? Да. Что случилось? Не знаю. Лозанна, швейцарский кредитный банк. Кертнер перевел всю валюту туда. Это доверенность на твое имя. Значит, его крыша рушится. Аэродром в Табладе. У нас много заказов. Много. Так. Завтра повесим объявление, что заказы на портреты временно прекращены. Ну, а с мелочью, с фотографиями для удостоверений, Помпео справится сам. Поедем через Швейцарию? Нет. Там будут трудности с визой в Германию. Поедем старым путем, через Вену. Рассчитываешь на этого Кнауса из консульства? Да, на его любовь. К нам? К лошадям. Сеньора Мафалда Битоси? Да, это я. У вас живет сеньорина Ингрид. Сеньорина? К вам, сеньор Кертнер. Прошу вас. Вы легко меня нашли. Это друг моего отца. Из Австрии. Прошу вас. Может быть, чашечку кофе, сеньор? Благодарю вас, я ненадолго. Ну что ж, поздравляю тебя с новосельем. Пришли, не дождавшись моего звонка? Захотелось послушать хорошую музыку. Кстати, я достала последние записи Тотти Дель Монте. За одни сутки 3 свидания с 3 женщинами в 3 городах. Что произошло? Сегодня вечером Травиата выйдет на связь последний раз. Передай в центр. Дай запиши, я не успел зашифровать. Обстановка усложнилась. Присылать мне замену опасно. Все материалы передал Скарбику. Необходимо срочно передать старику все, что касается Испании. Вот видишь, это только одна моя тень. А с некоторых пор меня сопровождает и другая. Мне все труднее от нее убегать. Все время слышу за своей спиной топот погони. Чувствую, как мне дышит в затылок. А тебе надо уехать. Срочно. Завтра же в Швейцарию. Комнату оставь за собой. Передатчик разбери. Озеро рядом. А как моя встреча с Анкой в среду? Я уже съездил вместо тебя. Зачем вы рисковали? Ну, может быть, высший закон конспирации как раз в том и заключается, чтобы умело его нарушать. И я больше с вами не смогу видеться? Нет. Как? Разве вы не уезжаете?
Я бы уехал, если бы не война в Испании. Не дай бог, пропадут все наши труды, и кому-нибудь придется начинать все сначала. Вам здесь опаснее оставаться, чем мне. Какой тембр? Я все-таки надеюсь услышать эту арию в твоем исполнении. Auf Wiedersehen, auf Wiederholen, моя милая Травиата. Я давно знала, что я для вас не Ингрид, а только Травиата. Я завидовала вашим близким, когда передавала им шифрованные приветы и поцелуи, оставаясь одинокой. И все-таки это было одиночество вдвоем. 4 дня я уговаривал вас выполнить патриотический долг и дать основания сеньор прокурору просить для вас снисхождения. Ну, сегодня в этом нет необходимости. Ваша дочь дала согласие выполнить задание. Она сама передаст австрийцу все, что требуется. Нет! Нет, нет, нет! Она не должна этого делать. Боже мой. Только не она. Я сам это сделаю. Хорошо. А как вы сообщите Кертнеру о встрече? Я пошлю письмо на имя Джанины. На его почтовый ящик. И мы встретимся в первый четверг в Мота. Кафе Мота. Только умоляю вас. Я умоляю вас. Жанина ничего не должна знать. Слово офицера. И в отпустие. Завтра ваша дочь будет дома. Vicino mare, facemmo amore. Нет? А по какому поводу? Сегодня день рождения возлюбленной нашего дучи. Вы, как всегда, шутите. А вы забыли, что сегодня 2 года вашей работы в Эврике. Вы очень внимательны, шеф. Спасибо. И вообще, у меня сегодня прекрасное настроение. Сам Лионелло похвалил мои фигуры высшего пилотажа. Но если бы вы знали, какие фигуры мне удались сегодня на бирже... Желаю вам всегда хорошего настроения. У нашего почтамта все больше хлопот с Эврикой. Из типографии прислали ваши визитные карточки. А утром посыльный из отеля Верди привез ваш чемодан и шляпу. Очень хорошо. Джанина, вам письмо от вашего отчима. Наконец-то. Мы с мамой не знали, что и думать. Слава богу, вернулся из плавания. Одиннадцатый день, как меня оставили в покое. Паскуали передает вам сердечный привет. Спасибо. Может быть, я поторопился отправить Ингрид. Его опять посылают в Испанию. Хорошо, хоть в последний раз. Нет. В любом случае, рисковать я могу только собой. А вам идет, Барсалино? Вы похожи на... Одного из ваших апостолов? Есть свободно? Да, да, свободно. Ammascetata su me,
Davina te attarva. Dorma stanotte l'umara, mai sto scedata per te. Mieza sti barche la mara, io penso la sua a te. В ваших интересах не поднимать шума. Ваш пакет. Это чужой пакет. Мне его подбросили. Это ваш пакет. Вы специально за ним приехали. Это провокация. Машину. О, осторожней, так можно помять шляпу. Не забывайте, сеньоры, что я австрийский подданный. Почему в офисе не указана машинка? Вернется шеф, подумает, что я украла. Вернется? Ваш шеф опасный государственный преступник, сеньорина. Разве кто-нибудь имеет право выносить приговор раньше суда? Даже если он контролер трамвайного парка. Костюм серый, в полоску. Сеньорина охотно рассуждает о правах и забывает о своих патриотических обязанностях. Пора бы ей строго напомнить о них. На что вы намекаете? Шлем летный. Одной сеньорине дверью прищемили пальчики за то, что она отказалась указать на наших врагов. Так, бинокль театральный. И поставьте подпись. Полицейский комиссар. Пирелли. Пожалуй, все. Подождите. Куда же вы смотрели? Видите? Сеньор комиссар, подпишите, пожалуйста. Пальто. Слушаюсь. Пожалуйста. Теперь я свободна? Нет. Сеньорина отправится с нами в контору. Но мне нужно выйти. Тогда придется вас обыскать. Уберите руки. От них могут остаться сальные пятна. А что у сеньорины за лифчиком? Чтобы вы не говорили, мой самолет будет совершенно оригинальной спортивной моделью. Мне хотелось бы назвать ее Картнер 37. Неплохо звучит. Прошу вас отвечать на мои вопросы. Я отвечаю. А не позволю вариться за раз! Вас называют доктором юриспруденции. Хватит! Конрад Кертнер. Я правильно записал? Всего 4 ошибки. Вот же перед вами лежит моя визитная карточка. А что же вы прячете в своем сейфе в банке Дерома? Старые трамвайные билеты. А еще что? Посмотрите сами. А где ключи от сейфа? Ключи? Скорее всего, ключи выпали из кармана, когда ваши агенты грубо меня втолкнули в автомобиль. Отдайте ключи, а то мы сами вскроем сейф. Вскрывайте, если еще раз хотите нарушить закон. Ты думаешь, что я родился в воскресенье? Я заставлю тебя сменить лживую визитную карточку.
Ты меня запомнишь. Уведите его! Вон! С тобой поговорят иначе. Я буду жаловаться в австрийское посольство. Я же требовал австрийского консула. Я очень сожалею. Господин Скарбек, визы для вас нет. Вы меня подвели. Я сегодня же должен был уехать из Вены. Если ваше райзабюро не могло выполнить такого поручения, вы не должны были браться. Дело в том, что последняя виза в вашем паспорте на выезд в Германию вызвала некоторые сомнения в консульстве. Какие сомнения? Вас просит шеф. К сожалению, наше бюро ничем не может вам помочь. Извините. Мэр Скарбек. Криминальная полиция. Чем могу служить? Последний раз вы ездили в Германию в августе. Кто оформлял вам визу? В консульстве я был сам. Вам придется поехать со мной в полицай-президиум. Еще минуты, и вы меня не застали бы. Я говорил, что нужно ехать сюда. Они меня 3 часа продержали в полицай-президиуме. Никогда не держал этого паспорта в руках. На нем должен быть мой знак. Что вы мне так разглядываете? Попрошу пана снять шляпу. Вас не затруднит взять трубку? Нет. Спасибо. Это не тот пан. Я давал паспорт совсем другому человеку. Он сидел вот здесь и говорил о чем-то по телефону. По-моему, о бегах. Конечно, он приглашал кого-то на ипподром. А, Яркнаус. Его уже нет в живых. Матка Боска. Кстати, сколько стоит виза? 12 шиллингов. Он взял с меня 48. Он, наверное, очень нуждался в деньгах. Были долги? Не будем судить покойника. Дайте ваш паспорт. Я сейчас спущусь к вице-консулу Мюльбаху. Подождите минуту. Мы успеем на Гамбургский? Можете заказать билет. Обязан пану. Благодаря вашей любезности я через несколько дней увижусь со своими коллегами на Гамбургской бирже. Прошу. О, Гаванна, благодарю вас. Вы не ждите. Я все оформлю и паспорт привезу вам в отель. А может быть лучше сразу на вокзал? На вокзал? Если вас не затруднит, купите нам билеты. Ну что? Я сожалею о случившемся. Извините меня за несдержанность. Мы не в равных условиях. И я не могу вам подать руки. Я могу простить неграмотного карабинера, но не доктора римского права. Вы знаете, как русские называют взломщика сейфов? Укротитель медведей. Для русских это остроумно. Наш укротитель, он вырезал замок вашего сейфа 3 дня автогеном. Вот видите, до чего вас довело нездоровое любопытство. Мы не более любопытны к вашим, чем вы к итальянским секретам. Да в вашем сейфе, как я и предполагал, было пусто.
но мне не нужны. Идите, идите. Прошу вас. Русский самолет. Гриф совершенно секретный. У русских можно тоже кое-что позаимствовать для моей спортивной модели. Как же вы такой опытный человек и держали русские чертежи дома? Если бы я работал на России, я не стал бы хранить русские чертежи. Это же бессмыслица. Не такая уж бессмыслица. Вы готовили себе алиби. Ну, хорошо. А чертеж итальянского истребителя, который вам передал ваш сообщник, тоже спортивный интерес? Я уже говорил вам, что у меня нет никаких сообщников. И за вещи, которые мне подброшены во время ареста или найденные во время обыска в мое отсутствие, я отвечать не намерен. Вообще, любая ваша версия – это еще не доказательство. Вот, например, в Париже, в Лувре, я видел статую Венеры Милосской. Есть версия, по которой Венера когда-то одной рукой поддерживала покрывало, а в другой руке держала яблоко. Это только версия. Ну, не очень-то уверенно себя чувствуете, если призываете на помощь Венеру. Да еще без рук. Вы жаловались, что вам газет не дают. Пожалуйста. А кто бы мог подумать, курс лиры снова упал. Деньги, отобранные у вас при обыске, будут у Капрала. Он повезет вас в Рим. Там мы продолжим наши беседы. В Риме. Я всегда любил этот город с его достопримечательностями. Ну, вряд ли тюрьму Реджина Челли можно назвать достопримечательностью Рима. Курите? Благодарю. Когда будем в Риме? Вы что, торопитесь? Да. Боюсь опоздать. 8 часов. Моя ошибка. Или чье-то предательство? Франтини. Надоело играть в революцию. Блудный сын решил вернуться в семью миллионера. Не похоже. Маурицио. Может, Эрминия ему неосторожно сболтнула? А этот выпивоха где-нибудь в портовой тротарии за бутылкой граппы. Да. Паскуале. Почему он был так встревожен? Нет. Нет, нет. Он никогда не простит Дуче гибели своих сыновей. Да и ради Джанины. Приведите Эспозито. Поклянись мне только, что ты не будешь смотреть ни на одного мужчину. Как ты можешь так говорить? Я ослепла, ослепла. Да, я сделала все. Если будешь мне виноваться, можешь сюда. Только мне не хотелось продавать твой синий костюм. Ты же мне увенчался. Паскуале. Ну, продай велосипед, продай мандолину. Джанина! Это все равно, что продавать вам это, лишь бы собрать деньги. Нужно заплатить адвокату. Успокойтесь. Вы же знаете, я ни в чем не виноват. Ну, слава богу, что ты не изменился. Ведь я ждал тебя еще прошлое воскресенье. Повестка пришла только в понедельник. А в воскресенье дома у нас был обыск. Такой разгром устроили. Мой шеф тоже арестован. Эврику перевернули вверх дном. Я каждый день молюсь, чтобы это недоразумение с тобой и сеньором Кертнером побыстрее выяснилось. Ну, поверь, что я это сделал только ради тебя.
когда я узнал, что тебя схватили черные рубашки, и что тебя пытают. Кто тебе это сказал? Какая чепуха. А твое платье? Какое платье? Ну, которое я подарил тебе, голубое, перед отъездом. Следователь показал мне его, на нем была кровь. Кровь? Оно у меня пропало. Значит, они украли. Зачем они обманули тебя? Обманули. Чего они хотели? Чтобы я передал Кертнеру тот пакет. Господи, и ты это сделал? Доченька моя, я же хотел спасти тебя. Значит, ты... Джанина! 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 Ну, пойми же меня! Боже мой! Свидание окончено, ваша дочь ушла. Ушла. Прошу передать директору тюрьмы мой протест. В наручниках в суд я не поеду. Достаточно того, что скамья подсудимых в вашем трибунале установлена в железной клетке. Я как адвокат советую вам подчиниться. Закон есть закон. В итальянский суд даже несовершеннолетних водят в наручниках. Если на меня их наденут, я не сделаю ни одного, вы слышите, ни одного шага. У нас в Австрии на политических наручников не надевают. Я устрою скандал. И карабинеры меня в суд не поведут, а понесут. Хорошо. Я доложу капо территора. Подождите. Я думаю, что это бесполезно. Закон. День добрый, пан Скарбек. День добрый, пани Скарбек. День добрый. Добрый день, пан Галаский. Пану приготовлен тот же номер, в котором пан останавливался в августе. Ласково благодарю пана. Пан надолго к нам? Да. Мы любим проводить Рождество здесь. Барца мило. И к тому же, пани Скарбек, варшавянка. О. Знаете, пан Ковальский, пойди сюда, Стасик. Когда наш сын был маленький, он меня спросил. Папа, ты где родился? В Лодзе. А мама? В Варшаве. А я? В Китае. И знаете, пан Ковальский, что мне сказал Стасик? Ну-ну. Папа, как это удачно вышло, что мы все вместе встретились. Ой, Иисус Мария. Прошу, прошу. Благодарю. Пошли. Пан Ковальский. Слухам. Мне нужен портной. Кравец, разумеем. Да, а здесь в полоне работал такой симпатичный пан. Збышек. Да, кажется, Збышек. Попросите его зайти ко мне. Шистко, пану. Благодарю. Прошу до винды. Я уже говорил и повторяю, что ни с кем, кого вы называете моими сообщниками, я не знаком. Подсудимый Барантини, а вы когда-нибудь видели этого человека? Уверенно сказать не могу. Может быть, видел. А может быть, не видел. Одну минуточку. Нет, не видел. Сейчас вы все отрицаете. А почему же вы подписали протокол допроса? А разве сеньору прокурору неизвестно, что следствие в особом трибунале основано на особых методах воздействия? Да пусть я умру без исповеди, если это неправда. Если бы этот коротышка приказал мне признаться, что это моя подпись на казначейских билетах, я и в этом признался бы. Садитесь. Узнаете? Я по-прежнему ношу пиджак, на котором вы когда-то переставили пуговицы. С тех пор ни морщинки. А куда ушли ваши? Клянусь богом, они сейчас в турецкой пекарне. На углу Маршалковской. И аллеи Иерусалимских. Таких булочек, как там, нет даже в Вене. Почистите его и отутюжьте, как вы это умеете делать. Носки были домашние вязки. Нитки грубой шерсти. Мать сама их прила. До этого сама шерсть сучила и сама овец стригла. Нитки были крепкие. Слишком крепкие. Пока пришел тюремщик, вытащили из петли. Пока прибежал врач. Паскуаль оставил мне записку. Он сам себя осудил.
как мать. Если Эврика не закроется, и ваш компаньон меня не уволит, возьму ее в Милан. Мне будет очень одиноко без вас. Но уходить из конторы, вдруг я смогу вам помочь. Чуть не забыла. На ваше имя из Варшавы пришла открытка. Кто-то очень доволен своим путешествием. И надеется быть на крещение дома. Подписи я не разобрала. Спасибо, Джанина. Вы принесли добрую весть от друга. Как ваш жених? Он все еще в Испании. Я не отвечаю на его письма. Мы перестали с ним понимать друг друга. Думала, уйду в монастырь. Ну, останусь старой девой. Если красивая девушка говорит, что останется старой девой, значит, уверена, что выйдет замуж. Неисповедимы пути Господни. Свидание окончено. Боже, если ты есть, спаси наши души, если они есть. Черти носит. А ты что, соскучился? Тебя Доницетти полдня разыскивает. Срочно в штаб. Аривидерчи. В смысле, пока. О, Баутиста! Quanto tempo sin verlo? Estás vivo, me han dicho que te han matado. ¿Qué va? Son cuentos, mijo. Buenas. Hace tiempo que no nos veíamos. Tú tienes un buen aspecto. No te marches más si haces falta. Bien, de acuerdo, espero. Señor Denzetti, ¿está aquí? Sí, está. Quiero verlo el coronel Xanti. Pronto. Te acompañará. Vamos, le acompaño. No. ¿Qué haces? Почему так поздно, Хаджи? Фашисты бомбят дорогу. Налет за налетом. Получил от Этьена через центр. Аэродром Таблада под Севильей. Вот отсюда они летают на Мадрид. Надо сжечь самолеты. Это мой приказ, Хаджи, и просьба жителей Мадрида. Именем Его Величества Виктора Эммануила III, милостью Божией, волею нации короля Италии. Особый трибунал по защите фашизма под председательством его превосходительства корпусного генерала и гранд-уфичале Александра Сапоритти заслушал обстоятельства дела и прения сторон, выслушал прокурора, защиту обвиняемых, имеющих первое и последнее слово, и установил. В 1934 году иностранец, национальность и имя которого точно не выяснены, приехал в Италию, поселился в Милане. Называет себя австрийцем Конрадом Кертнером, но уроженцем какой страны является и в пользу какого государства работал, выяснить не удалось. Для особого трибунала при оценке содеянного это не имеет значения, достаточно фактов. В течение долгого времени Конрад Кертнер развивал деятельность во вред фашистской Италии и ее союзника Германии. Ему удалось привлечь к преступному сотрудничеству ценных специалистов, которые состояли на службе в промышленных предприятиях, снабжающих итальянские и германские вооруженные силы. Исходя из вышеизложенного, особый трибунал по защите фашизма в силу имеющихся прав и на основании фактов приговорил Аттео Баронтини к 5 годам тюремного заключения. В связи с амнистией по королевскому декрету срок заключения сокращается до 3 лет. Подсудимого Конрада Кертнера 12 годам тюремного заключения. Кэти.
Сеньор. Сеньор. Вот не ждал. Прости, Маурицио, что я так плохо о тебе подумал. Сообщи, из какого ты района. Политический. Что нового на воле? Группа коммунистов. Австриец Кертнер, не коммунист, но ваш большой друг. Перестукиваться не умею, телеграфа не знаю. Если можете, сообщите. Сейчас наш рванет. Шнур перебили. Бегите, я догоню. Сейчас рванет. У меня пуля в кишках. Ауфидерзейн. Thank you.
алфавит римского телеграфа. Если у противника мотор сильнее и потолок выше, как тогда быть Соколу, даже если он смелее самого Чкалова? Все ли я сделал, чтобы помочь этим ребятам? Прогулка окончена. Проходите. Давно здесь этот несчастный? 12 лет. Вызывали? Да. Вы оформили наградные листы на Хаджи Мамсурова, на Цветкова посмертно и на Маневича. Только на двоих, Павел Иванович. Что же касается Этьена... Почему? Разве тюремный роба мешает нам оценить его работу? Он сидит за решеткой, но все равно воюет в тылу врага. Он находился ближе к противнику, чем любой пограничник заставы Негорелые. Мы с вами лучше других знаем, сколько сделал Этьен. А как он вел себя на суде, когда добивались от него признания? Он для них по-прежнему австрийский коммерсант. Они ничего не добились. Павел Иванович, чтобы представить к награде, я должен знать мнение о нем его товарищей по работе. Товарищи по работе. Спросите у себя это мнение. А если вы не верите самому себе, тогда перечитайте донесение Этьена, шифровки Григри. Павел Иванович, но Григри не все знает. И шифровки не отзыв, какого требует форма. Мне остается только удивляться той твердости характера, с которой вы сохраняете свою бесхарактерность. Я сам напишу отзыв о нем и сделаю это немедленно. Вы свободны, полковник. Дорогие Надя и Танюша, я никогда так часто не писал вам писем. Правда, мысленно. Для этого приходится снова учить азбуку. На этот раз тюремную.
Номер 2722. Нас кричать не положено. Вы можете получить карцер, а я из-за вас выговор от капа гвардии. Вода питьевая. 12 лет. Когда ж я увижу нашего любимого Дуча? 12 декабря 1948 года. Ай-яй-яй. Осталось 4211 дней, не считая сегодняшнего. Ну, а если амнистия королевской милостью скосит годика 3? 45-й год. У нас в Сицилии говорят, что домашние расчеты с базарной ценой не сходятся. А если сбегу на половине срока? Уже 42-й год. Если еще раньше. Должен вас огорчить. Но из нашей тюрьмы Кастель Франко дель Эмилия еще никто не убежал. Меня перевели в общую камеру. Здесь сидят рабочие авиационных заводов, антифашисты, осужденные за саботаж военных поставок для Франко. Кто я, не знают, но относятся с доверием. Если эта записка дойдет, то благодаря их помощи. От них узнал, что недавно авиазаводы «Фиат», «Капрони» и «Бреда» получили из Японии большой и срочный заказ на военные самолеты. Эти машины должны быть приспособлены для боевых действий при сильных морозах. Разрабатывают новый состав горючего, новую смазку. Изменен режим работы мотора. Бомбовые прицелы предохраняют от обледенения. Этьен, когда отправлена записка? Неделю назад. Сосед по камере передал через невесту. Там у них при тюремных свиданиях разрешается целоваться с близкими. Притом дважды, при встрече и при расставании. Да. Морозоустойчивые самолеты. Значит, собираются воевать не на юге Китая, не на Филиппинах, а в Монголии, Маньчжурии и на нашем Дальнем Востоке. Да, это совпадает с нашими разведданными из Токио. Какое мужество нужно, чтобы разведчик, сидя в тюрьме у фашистов, продолжал боевую работу. Поразительно. Что можно сделать, чтобы помочь Этьену? Хорошо бы сменить адвоката. Этьен ему не доверяет. Фабрин назначен Миланской коллегией адвокатов, так что сами понимаете. Постарайтесь заменить. Подкупите, кого нужно. А удастся, организуйте побег. Держите меня в курсе дела постоянно. Насколько я понимаю, мой отпуск придется отменить. Да, путевку в Гурзуф придется сдать. Когда отправляться в Италию? Чем скорее, тем лучше. Милый Кри-Кри, я очень, очень надеюсь на тебя. Изредка нам удавалось с помощью Джанина пересылать Этьену деньги, лекарства, посылки. Но побег организовать не смогли. Арестанта 2722 перевести в каторжную тюрьму на остров Санто-Стефано. On September the 7th, 1943, 7 сентября 1943 года американский морской десант высадился на острове Санто-Стефано. Немецкий гарнизон сдался. Итальянская охрана арестована. Политические заключенные освобождены. Им разрешен выезд на материк. Позади 7 лет тюрем и каторги. Он возвращался в итальянский порт Гаэта, не зная, что в это утро порт был захвачен передовым отрядом 15-й мотодивизии Вермахта.
Арестован Конрад Кертнер. По документам австриец. Отправлен в Австрию. В Маутхаузен. По дороге в лагерь, в арестантском вагоне, ему удалось сменить фамилию и легенду. Не знали мы его původní jméno. Про нас то был обычный... Мы не знали его настоящего имени. Для нас он был военнопленный. Из России. Полковник Яков Никитич Старостин. Когда советская армия вступила в Австрию, Старостина перевели в концлагерь Эббензейль. Craignant l'arrivée des Russes, les SS ont miné secrètement le puits numéro 5. Опасаясь прихода русских, эсэсовцы тайно заминировали штольню номер 5. Они хотели загнать туда нас всех, чтобы разом избавиться от свидетелей. 11 тысяч человек были спасены подпольным центром сопротивления. Одним из руководителей центра был Старостин. 5 мая узники концлагеря Эббензея были освобождены. Старостин вышел на свободу тяжело больным. Передайте в Москву. Я Этьен. Скоро вернусь домой. Запомните, Этьен. Он умер утром 9 мая 1945 года, в День Победы, прожив на свободе всего 4 дня. За доблесть и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий советского правительства перед Второй мировой войной и в борьбе с фашизмом, присвоить полковнику Маневичу Льву Ефимовичу звание Героя Советского Союза посмертно.